Работа здесь кипела задолго до официального открытия. Первые конкурсы начались ранним утром. Сегодня за право представлять Оренбуржье на чемпионате России, который пройдет в сентябре этого года в Москве, боролись мастера маникюрного сервиса и визажисты. Готовиться к конкурсу участники начали задолго до соревнований. С ноября месяца Союз парикмахеров и косметологов Оренбуржья устраивал для будущих конкурсантов мастер-классы с лучшими стилистами России. Для многих эта подготовительная работа стала огромным шагом вперед. Несмотря на то, что довольно долго работаю, находился на одном уровне, делала в основном классику. Хочется продвигаться, потому что возраст уже такой, как бы почти под 40, и очень хочется уже развиваться. В нашей области 1300 предприятий, работающих в сфере красоты. Неудивительно, что полуфинал чемпионата России вызвал столь большой интерес. Это важная форма малого и среднего предпринимательства. И правительство очень много внимания уделяет поддержке малого и среднего предпринимательства. И мы, конечно, поддерживаем такое мероприятие. Тем более, это мероприятие российского уровня. Это полуфинал чемпионата России, который впервые проходит вот на территории нашего региона. Количество зарегистрированных участников только в первый день чемпионата перевалило за полсотни. Примечательно, что на соревнования приехали не только оренбургские мастера, но и стилисты и работники маникюрного сервиса из других регионов. Приехали Татарстан, Казань, порядка 15 человек. Пермь привезли 15 человек. Волгодонск у нас даже участвует. Среди конкурсантов – мастера из Челябинска, Магнитогорска и даже Казахстана. Оценивать их работу будут судьи мирового уровня. Независимые абсолютно судьи назначает Союз парикмахеров России. Формируется команда судейская. Это все в Москве. До подведения итогов пока далеко. Торжественное награждение победителей состоится 12 апреля в спорткомплексе Оренбуржье. Из мастеров, занявших первые места, будет сформирована команда, которая представит нашу область на чемпионате России. С подготовкой к такому масштабному и ответственному состязанию победителям будет помогать Союз парикмахеров и косметологов Оренбуржья. Карина Семкова, Семен Воробьев. Новости дня.